Житель Перми представлялся сотрудником ФСБ, чтобы обманом похитить у гражданки 500 тысяч рублей. В момент передачи части денежных средств он был задержан сотрудниками МВД России совместно с коллегами из подразделения собственной безопасности ФСБ России по Пермскому краю. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного следствия было установлено, что в июне 2016 года подозреваемый предложил потерпевшей содействие в переводе ее супруга из исправительной колонии в гражданскую больницу. Стремясь убедить женщину в значимости своего вымышленного статуса, злоумышленник, кратковременно не давая возможности сличить данные, продемонстрировал удостоверение с фотографией себя в форме офицера, выдавая его за удостоверение сотрудников ФСБ России. В одном случае подозреваемый предлагал помощь якобы в получении вида на жительство иностранному гражданину, во втором – освобождение от заключения под стражу фигуранта уголовного дела, возбужденного за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Подсудимый признан виновным в 3 покушениях на мошенничество в значительном и крупном размерах. Кроме того, он осужден за угрозу убийством бывшей супруги и детям. В качестве наказания ему назначено 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 60 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.